В середине мая отмечается Международный день семьи. Этот праздник позволяет нам еще раз проявить внимание к близким людям и задуматься об их значимости в нашей жизни. В этот праздничный день особенно хочется быть вместе со своими родными, сказать друг другу теплые слова. И такие слова были сказаны на концерте, посвященном Дню семьи. В этот день дети поздравляют родителей, бабушек и дедушек. Близкие встречаются в уютной атмосфере, вспоминают истории из жизни родителей и родственников, делятся своим жизненным опытом. Если нет возможности лично поздравить старших, то необходимо обязательно позвонить и сказать слова поздравления, ведь семья очень ценна для каждого человека. С особой теплотой отмечают День семьи в многодетных семьях. В семье Григоренко 8 детей и пока еще 8 внуков. И это настоящее богатство. В семье есть взаимопонимание и взаимовыручка. В нашей семье 8 детей и пока 8 внуков. Еще не все женаты, замужем. Это для нас самая главная ценность. Не только для меня, вот для мужа. Мы друг другу помогаем. Честно, меня радуют дети, потому что вот отношения между ними. Я думаю, что каждого родителя огорчает, когда дети не мирятся между собой. У нас этого нет. Я этому так рада, несказанно. И как? Ну, живем, не сказать, что миллионеры, не сказать, что богато, шикарно. Но вот то, как дети помогают друг другу, отзываются на проблемы. И честно, я просто рада и довольна, что у меня столько детей. У нас с мужем ни у одной меня. Именно вот эта фраза «счастье передается по наследству», она меня поднимала. И если были какие-то проблемы в семье, я хотела их решить. Потому что я же хотела счастья по наследству своим детям. И вот это для меня стало таким, знаете, решающим фактором. Ну, а дети смотрят на нас, и счастье мое – это счастье моих детей. Вот как я это понимаю. В парке имени Григория Пономаренко славянские самодеятельные артисты приняли участие в праздничном концерте. Душевные песни тепло встретила славянская публика. Зорька ясная на небе, дали полета лугы, радость моя несказанная. В концертной программе с чтением авторских стихов участвовал славянец Георгий Байчевский. За его плечами большая трудовая жизнь, да и семья немаленькая. 4 детей, 9 внуков и 2 правнука. Для него этот праздник очень значим. Для меня это много значит, тем более, что у меня 9 внуков, 2 правнука. Такие правнуки растут, бесподобные. Всю энергию мы сейчас черпаем именно от своих внуков, правнуков. Это, я думаю, в любой семье так. Это наша радость, это наше все. Для каждого человека ценность семьи высока. Каждому важно иметь близких и свой дом. Семья – это спасение от трудностей, опора и поддержка, которая дарит тепло, уют и спокойствие. Ведь дома нас окружают родные люди, которые нас понимают и всегда готовы прийти на помощь. И поэтому этот праздник был и остается таким нужным для людей. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».